Всем добрый вечер, девочки и мальчики, кто нас смотрит, наши подписчики, кто за нас переживает. Простите, что я как-то не выходила на связь, просто не были, были вне зоны немножко от компьютера. Но сейчас мы дома, все хорошо, все отлично. Постепенно я начну сегодня, навряд ли, сегодня немножко такой перезагрузочный день. Вот, а с завтрашнего дня я буду уже выкладывать видео постепенно, вы все поймете, где мы были, что мы были, чем мы занимались. В общем-то, в принципе, все мы вам расскажем, все покажем. Оставайтесь с нами. Просто пока вы вчера вот не написали, что «Мила, где ты?», честно говоря, как-то я не подумала, чтобы вот просто хотя бы такое, как, честно, вот, ну бывает, как говорится, на старуху бывает проруха, ну вот, чтобы просто хотя бы предупредить. Но спасибо, что вы с нами, что вы переживаете, что вы начали писать, спрашивать в личку, интересоваться. Так что всем огромное спасибо, все хорошо, не переживайте. Следите за новостями. С завтрашнего дня ролики, надеюсь, уже будут выходить. Постараюсь я монтировать вовремя.